Строительство нового съезда из микрорайона «Новая Трехгорка» завершится в 2022 году. Он станет основной дорогой для выезда с улицы Чистяковой на северный обход. Работы будут проходить в два этапа. Строительство нового участка дороги протяженностью 880 метров, а также реконструкция действующего длиной 930 метров. При этом запуск развязки на северный обход из микрорайона запланирован уже к концу этого года. Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что помощь в реализации проекта оказывают подмосковные власти, и работы будут завершены в установленные сроки.